Практическое знание этикета позволяет легко и непринужденно использовать общепринятые формы вежливости для установления контактов и эффективного взаимодействия как в деловых, так и культурных ситуациях. Выпускники нашего курса «Искусство общения» в совершенстве владеют кодексом хороших манер и правилам поведения в обществе не только в деловых, но и в светских ситуациях. Мы надеемся, что полученные знания помогут им избежать затруднительных ситуаций и всегда оставаться на высоте. Московский финансово-юридический университет пригласил специалистов для проведения занятий по деловому этикету и протоколу, для того, чтобы наши студенты изучили протокол, этикет, соответствовали тем требованиям, которые предъявляют сейчас и наши, и зарубежные компании, культурному облику человека, студента, выпускника. Вот. Я полагаю, что занятия по деловому этикету и протоколу будут полезны для студентов Московского финансово-юридического университета, для их выпускников, и будут способствовать их успешной карьере и успеху в жизни. Не имея или имея небольшой трудовой опыт, и менеджер по персоналу, и руководитель компании будет в первую очередь оценивать навыки коммуникации, будет прогнозировать, насколько тот или иной кандидат сможет быстрее адаптироваться, понять корпоративную культуру компании, понять деловую среду. И именно поэтому тот кандидат, который будет обладать этими навыками, у которого будет такой опыт, будет иметь существенное преимущество. Сейчас, в наше время, мы очень часто видим, как мы теряем нашу молодежь. Здесь, на этих мероприятиях, я увидел яркий пример того, как можно ее вернуть. И то, что здесь происходит передача не только знаний, не только умений вести себя достойно, по-человечески, красиво, но и устанавливается некая преемственность, духовная связь между старшим поколением людей и молодежью. Это, пожалуй, самое главное, что я здесь увидел.